Господин Эшреф, один из бывших членов Совета. Ты уверен, что он умер? Уверен. Сравнение по записи голоса совпадает на 100%. Мы уверены, что этот голос принадлежит человеку, который был на собрании. Узнайте, кто он. Сейчас, господин. Если Эшреф не умер, то он может жить под другим паспортом, Джейд. Не знаю, но это возможно. Хорошо. А может, это его родной брат? Про его семью я ничего не знаю. А что еще может быть, Джейд? Он может сделать пластическую операцию на лицо и стать другим человеком с другим паспортом. Например, как Полат Алимдар. Есть еще информация? Я провожу анализ следующей папки, пытаясь вскрыть ее. Ты сможешь справиться? Дайте мне немного времени. Хорошо. А что вы собираетесь делать, когда получите всю информацию? А что делал Полат Алимдар, когда ты спрашивал у него то, о чем сейчас спрашиваешь у меня, Джаид? Господин, маэстро ждет вас. Хорошо. Артур, ты продолжай. Я хочу, чтобы вы сразу же приносили мне новую информацию. Хорошо, господин. Вниз никто не должен спускаться. Понятно, господин. Наша команда пытается узнать, сколько информации скачано из базы данных. Джаид. Вы хотите, чтобы мы связались с Джаидом? Он сможет нам помочь, если он не предатель. Джаид обязательно свяжется с нами, если узнает, что я жив. Мы можем узнать информацию только у одного человека. Свяжитесь с Муратом. Пусть узнает о местонахождении всех баронов. Мы должны немедленно ответить, если они попытаются провести против нас операцию. Один барон против каждого их действия. Господин, для всех нас будет лучше, если вы не будете некоторое время выходить ради собственной же безопасности. Теперь мне терять нечего. Не заставляй меня смотреть, как моя семья погибает, Акиф. Насколько плохо положение дел? Мы вернулись туда, откуда начали, Ходжа. Из
Эти члены совета, о которых вы говорите, могут быть председателями. Мы можем сказать, что они не являются председателями, учитывая их биографию и местонахождение, господин. Хорошо. Что еще? Наши подразделения работают, и пока еще мы не взломали все файлы. Но через некоторое время мы можем добраться и до председателя. Вы проделали большую работу, узнав такую информацию. Поздравляю, Кейн. Хорошо. А что вы решили насчет членов совета? Что прикажете с ними делать, господин? Какие будут указания? Дело не только в председателе и совете. Мы должны расшифровать всю систему и разрушить ее. В прошлый раз мы почти расшифровали систему совета и были близки к ее уничтожению, узнав информацию от бывшего члена Фарука. Мы думаем, что они сами себя уничтожили, чтобы система не была раскрыта. Сейчас они могут поступить так же. Есть возможность добраться до всех членов Совета. Мы работаем над этим, господин. Если вы не можете раскрыть всех членов Совета, то убейте их, пока они не выбрали новых. Как прикажете, господин. Кстати, Рональд, если вы собираетесь проводить операцию, пусть она не выглядит как проявление нашей силы. Не забывайте. Я понял, господин. Буду заниматься этим в нужных местах. Я хочу, чтобы вы скоординировались с Кейном по этому вопросу. Как прикажете, господин? Я понимаю, какое правильное решение принял его высочество, послав тебя сюда. Отправлять нужных людей в нужные точки – один из больших талантов его высочества. Я задала тебе вопрос. Ты ответишь или нет? Видимо, ты даже сам не знаешь причину. Я сделал выбор. Я выбрал жизнь, но в той жизни не было места для жены. И времени не было. Раньше было бы несправедливо делать тебе предложение. Хорошо, а что изменилось? Я изменился. Я отказался от всего, во что верил в прошлом. Теперь я не могу жить во лжи. Сейчас я хочу начать новую жизнь. И хочу, чтобы ты была в этой жизни. Я так хочу тебе поверить. Я всегда был честным с тобой. И сейчас тоже. Но решение принимать тебе. Пока рано принимать решение. Не нужно заставлять себя. Я подумал, что... Поставь себя на мое место. Ты опять вошел в мою жизнь и говоришь, что хочешь начать все сначала. Да, потому что это верно. Я хочу это увидеть. Пожалуйста, дай мне немного времени.
Говори, что хочешь сказать, и уходи. Мы должны узнать, где находятся бароны. Я хочу, чтобы ты немедленно начал действовать и узнал все, что можно. Я не собираюсь действовать по твоей указке. У нас нет лишнего времени. Старейшины в большой опасности. Если мы не остановим шевалье храма, все закончится. Почему Ходжа со мной не встретился, если все так серьезно? Господин, Мурат хочет поговорить с Ходжа. Слушаю, Мурат. Господин, я могу узнать, в чем дело? Члены Совета в опасности. Если ты сможешь узнать местонахождение баронов, мы используем этот козырь в защите Совета. Господин, если обнаружится, что вы узнали о баронах через меня, то смысла в моей операции не останется. Сейчас это единственный выход, Мурат. Делай то, что просят. Ты там для этого. Хорошо, господин. Со сколькими баронами ты поддерживаешь связь? До внеочередного собрания я могу связаться только с русским бароном. Я хочу, чтобы ты немедленно встретился с ним. Немедленно. Он сделает то, что нужно. Очень плохо, что Абдульхей так поступил в самое критическое время. Дело Абдульхея для меня закрыто. Я думаю покончить с этим кризисом с помощью коры. Открой рот. Открой рот, говорю. Ты что, не слышишь? Открой рот. Отпусти меня. Я сейчас все сожгу здесь, я убью тебя. Я тебе челюсть сломаю. Брат Кара, ты что, с ума сошел? Ты убьешь его. А он сожжет. Убей его. Я тебе челюсть сломаю. Брат Кара, перестань. Он всех нас убьет. Убейте его лучше. Он всех убьет. Войди. Что случилось, Тимур? Вашу мать отвезли в больницу. Почему? У нее поднялось давление, она упала в обморок. Но сейчас госпожа Назифе в порядке, но этой ночью побудет в больнице под наблюдением. В нашей больнице, да, господин. В больнице безопасно, мы приняли все нужные меры. Хорошо. Не волнуйтесь. Болезнь госпожи Назифе не связана с ее обмороком. У нее было очень высокое давление, когда она поступила к нам. Мы сделали нужные процедуры. Господин доктор, мы можем что-то сделать для госпожи Назифе. Вы можете начать работу по замедлению процесса болезни.
Например, вы можете решать кроссворды. В таком случае больные начинают помнить прошлое лучше. Вы можете поднять ей настроение, расспрашивая о прошлом. Вообще-то, вы можете положить госпожу Назифея в частную клинику. Я знаю, что есть такие клиники, господин доктор. Но я не думаю, что госпожа Назифея будет там лучше себя чувствовать. Я вас понимаю. Но вы можете потерять контроль над ситуацией через некоторое время. То есть она может потеряться, может быть нервный стресс, несчастный случай. Выбор за вами. Но я советую подумать еще раз. Лейла, когда мы увидим бабушку? Сейчас дедушка Умер придет от врача, и мы все вместе пойдем к ней. Дедушка, мы можем увидеть бабушку? Бабушка спит, дочка. Когда проснется, пойдем к ней. Элиф, идем. Отец, ты в порядке? В порядке, дочка, в порядке. Поправляйтесь скорее. Могу ли я чем-нибудь помочь? Спасибо, дочка. Достаточно того, что ты рядом с нами. Уже поздно. Если хотите, я могу отвезти Элиф к себе. Что скажешь, Элиф? Пусть бабушка отдыхает, а мы придем завтра утром и проведаем ее. Нет, я никуда не пойду, пока не увижу бабушку. Ты лучше иди с тетей Софией, моя красавица. Мы завтра вернемся домой. Или сегодня мы побудем у меня, а завтра пойдем к бабушке. Нет, я не пойду. Элиф, не огорчай дедушку. Бабушка ведь завтра вернется домой. В таком случае пойдем с нами. Ты хочешь, чтобы я оставила бабушку с дедушкой одних? Хорошо. Но ты оставайся у нас. Дочка, уже поздно, ты устала, иди с ними. Я останусь с вами. В этом нет необходимости, дочка. Отец, ты же знаешь, что я не занята. Лучше посижу здесь, чем буду за вас переживать. К тому же Софии будет целив. Может, встретимся, если завтра ты не занята? Да, но в этот раз не будем сидеть на пляже. Я решу, куда мы пойдем и что будем делать. Не смотри так. Пообещай мне. Хорошо. Ну ладно, в таком случае до завтра. Хорошо, Абдульхей. Ты меня похоронил. Дальше что будешь делать? Я буду жить своей жизнью. Но не с прошлым. Я рад тебя видеть. Мы давно не виделись. Ты не думаешь приехать в Турцию? Я хотел бы приехать. Кстати, я слышал, что инспектор Кейн в Турции. Да, я тоже с ним познакомился. Мы будем работать вместе для создания нового консилиума. Мы с ним в прошлом работали. Он проводил очень серьезные операции в Афганистане. Я связался с тобой, потому что после смерти Игоря наши дела в энергетике пошли на спад.
Ты говорил, что посоветуешь помощника, но до сих пор я его не видел. Какие-то проблемы? Все нормально. Раскольн скоро будет в Турции. Если ничего не изменится, я завтра приеду в Москву по делам. И хотел бы заодно тебя навестить. Очень жаль, но завтра мне нужно ехать в Сербию. Я уже почти закончил дело, о котором тебе говорил. Ты говоришь о золотых рудниках? Ты до сих пор с ними не разобрался? Мне попался упрямый албанец, но хорошо, что я нашел другого, и его упрямство было сломлено. Я тебя поздравляю. Скажи, когда вернешься в Москву, чтобы мы могли встретиться. Хорошо, друг. Он едет в Митровицу. Золотые прииски, которые не могут разделить Балканы. Господин, мы получили всю информацию о двух членах совета. Сами брат-близнец Эшрефа. А что с другими бабками? Пока ничего не узнали, господин. Значит, не нужно ждать. Приготовьтесь для операции против азербайджанского члена совета. Господин, а что будем делать со вторым? Дай мне его дело. Мы узнали местонахождение русского барона, господин. И где он? При разговоре с Муратом он говорил о Митровице. Завтра он будет там, чтобы обсудить дела, связанные с золотыми рудниками. Акиф. Важно, чтобы они поняли, что операцию совершили мы. Послание должно быть четким. Митровица. Ты знаешь мастера Бесима? Я видел его несколько раз. Правда, не знаю, вспомнит ли он меня. Но его сына Расима я знаю очень хорошо. Иди к нему. Передай от нас привет. У него должна быть одна вещь, данная ему на хранение. Нам это очень поможет. Ты проведешь операцию с ней. Я недооценила тебя, Джаид. Твое стремление мне нравится. Чего ты от меня хочешь, Маргарет? Сначала я не могла тебя принять. Я не верила, что ты искренен. Но сейчас вижу, что ты действительно хочешь стать одним из нас. Твои поступки доказали это. Я знал, что когда-нибудь мы поговорим об этом. Но думал, что после того, как я стану настоящим шевалье храма, хочешь, чтобы я помогла тебе? Мне интересно, что будет дальше. Я ничего не знаю о посвящении.
Ты еще многое должен пережить до посвящения. Важно, сколько ты еще сможешь пройти и после посвящения. Если твоя единственная цель — стать шевалье храма, то Пойраз тоже шевалье. Я прерываю ваш разговор, но я говорил о Джаиду о наших принципах и ритуалах. Джаид, в таком случае я расскажу тебе о новом задании. Его зовут Сами, брат-близнец твоего Эшрефа. Я хочу, чтобы ты убил его. Вся информация в этом досье. Вот тебе хороший шанс для вхождения в наши ряды. Я хочу, чтобы ты знал. Я всегда готова помочь тебе. Войдите. Доброе утро. Хорошая комната. А это что, Тимур? Шахматы Тамерлана. А чем они отличаются от обычных шахмат? Тамерлан так любил играть в шахматы, что через некоторое время стал очень сильным игроком. Он придумал новые фигуры, чтобы создать свои шахматы. Дебабе. Подводная военная машина. Верблюд. Жираф. Генерал. У него два ферзя. Слон. А где ты научился играть? В Афганистане. Меня научил один туркмен. Научишь меня тоже? Конечно, господин. Ты же хотела пообедать вместе. Я угощу тебя самыми лучшими котлетами на Балканах. Акиф, мы должны поскорее найти барона. Разве сейчас время обедать? Идем, идем. Сейчас самое время. У вас есть печень по-албански? Сказали, что печень у мастера Бесима самая лучшая. Акиф? Акиф? Расим? Мой дорогой друг. Как дела, Расим? Добро пожаловать. Спасибо.
Какими ветрами тебя принесло? Мы приехали на задание, Расим. Мне нужна помощь мастера Бисима. Пошли, пойдемте. Проходи. Баба? Отец? Акиф gelmiş bak. Смотри, Акиф приехал из Стамбула, он спрашивает печень. Hoş gelmişsin, добро пожаловать, Акиф. Я принес тебе привет от старейшин. Большое спасибо. Я ищу одного русского. Он где-то здесь, на золотых приисках. Найдем, это просто. Что еще? Еще мне нужна вещь, которая хранится у тебя. Ты любишь печень, дочка? Спасибо, я не голодна. Возьми, возьми, ты очень худая. Господин, вот документы проекта, которые вы просили. Господин, наша встреча с послом отменена в целях безопасности. Хорошо, я наверху, буду в кабинете. Нападение. Прикройте входы. Выводим господина с заднего выхода. Господин, на нас напали, мы должны немедленно уходить. Подай документы из шкафа.
Ход верблюда напоминает удлиненный ход коня. На три клетки по горизонтали или вертикали, затем сразу же поворачивает под прямым углом и делает еще один шаг, как конь. Вот так, да? Дебабе. Военная машина ходит по две клетки по горизонтали и вертикали. Может перепрыгивать через фигуры, но не убивает их. Это Акиф, господин. Хорошо, я передам председателю. Наш азербайджанский член совета убит, шевалье храма. Пусть Акиф начинает операцию. Твой человек уже закончил собрание. У него здесь есть подруга. Они всегда встречаются в одном ресторане. Русский ресторан. Ты можешь начинать операцию. Хорошо. Мы должны начать операцию. Акиф, ты не можешь зайти в ресторан с этим оружием. Я получил приказ убить этим пистолетом. Проходите, пожалуйста. Добро пожаловать. Прошу. Мне звонил Мурат. Послушай, Расколь, слушай внимательно. Он хочет поскорее познакомиться с тобой. Ты понял, да? Завтра я вернусь в Москву. Если хочешь, посмотри свою программу. Давай позовем его в удобное время. Хватит уже. Мы и так встречаемся раз в год, а ты проводишь время за деловыми разговорами. Хорошо, хорошо, отключаю. Как прошел поход по магазинам? Надеюсь, тебе здесь понравится. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Прошу. Прошу.
Большое спасибо за то, что сдержал слово. Не за что. Надеюсь, тебе понравился обед. Я поправлю макияж и вернусь. Наши клиенты нервничают. Мы можем перевести вас за другой столик. Мы уже уходим. Извините, господин. Не проблема. Будь осторожен. Иначе будет авария. Хорошо. Молодец. Держи, давай. Шуруп. Шуруп. Имдад. Шуруп. Имдад. Шуруп. Шуруп. Бабушка, как ты? Как ты, брат? Тебе лучше? Ихсан и езда. Я в порядке, Ихсан. Развяжите меня, я хочу сесть. Бабушка. Брат, сначала выпей лекарство, потом мы тебя развяжем. Thank you.
Вот, проглотил. Давайте, развязывайте меня. Ихсан, да, я тоже выпью. У меня прихватило спину. Брат, тебе не навредит? Ничего страшного. Давай, давай. Успокоимся. Ну и горький. Имдад, дай стакан воды. Когда мы пойдем, господин? Элиф, наверное, переживает за нас. Ты не волнуйся за Элиф, мама. Она рядом с тетей. Я говорила с ней по телефону, она в порядке. Ты очень устал, господин. Я ночью отдохнул. Спасибо, Лейла постоянно была здесь. Это она устала. Ничего страшного, отец. Я пойду, спрошу у господина Хюсню, когда он нас выпишет. Поправляйтесь, отец. Спасибо, сынок. Как мама Назифе? Уже лучше. Смерть брата Полата нас всех разбила. Как может вытерпеть мама Назифе? А ты чем занят, сынок? Я занялся фильмом, отец. Готовлю фильм в память о брате Полате. Я хочу посоветоваться с вами. О чем? Я хотел, чтобы вы рассказали о детстве брата Пулата для полноты картины. Конечно, я сделаю все, что смогу. Вообще-то, и мама Назифе тебе поможет, правда? Я не огорчу маму Назифе. Ей помогут воспоминания о прошлом. Мы до сих пор не знаем, сколько у них информации, правильно? Мы работаем над этим, Ходжа, но пока точно не знаем. По-вашему, я должен сказать членам совета? Пусть остаются на местах, пока не получат от меня приказа. Когда ситуация прояснится, я вызову их в Турцию. У вас есть план, если убийства будут продолжаться? Мы убьем еще одного барона, если нападут на нашего члена совета. Кого мы еще знаем? Мурата. Ты уверен? У нас нет другого выхода. Надеюсь, нам не придется этого сделать.
Алекс, Джейд, у нас мало времени. Это задание могли мы выполнить. Я удивлен, что послали тебя. Это длинная история. Как ты и говоришь, у нас мало времени. Давай обсудим операцию. Базука сзади. Маэстро Рональд, было не так страшно. На бирже все идет как нам нужно. Известный русский бизнесмен Сергей Андреев убит в Сербии. Какие силы стоят за покушением? Его высочеству это не понравится. Вы думаете, это ответный выпад? Даже если это не так, у нас упал авторитет. Кто стоит за этим? Кто может быть? Я пришел к тебе узнать об этом. Я понял. Adamı Sergei Andrei Sırbistan'da öldürüldü. Suikastin arkasında hangi güçler var? Olay yerinden ilk görüntüler. Проклятие. Проклятие. Altın madenleriyle ilgili iş görüşmeleri yapan Rus iş adamı bir restoranda yemek yediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürüldü. Я начала волноваться за вас. Звонила, но не дозвонилась. Я ездил в Перу для исследований. Надеюсь, мне удалось тебе помочь в тот день. Ваши сведения нам помогли. Я хотела поблагодарить вас. Что ты делаешь, Софи? Ты вернулась в Швейцарию? Нет, профессор. Я еще немного побуду в Стамбуле. Фонд, в котором я работала в Швейцарии, откроют в Стамбуле филиал. Меня просят его возглавить. Я хотела попросить вашей помощи в этом вопросе. Вы оказали мне неоценимую помощь в Швейцарии. Конечно.
Я скоро приеду в Стамбул для конференции. Когда приеду, мы все подробно обсудим. Насколько я понимаю, ты пока будешь жить в Стамбуле. В моей жизни произошли неожиданные изменения. Пока, видимо, так. По крайней мере, определенное время будет так. С кем ты разговариваешь, тетя? Идем, Элиф, я познакомлю вас. Мартин мой близкий друг. Кто это? Это моя племянница, Элиф. Я не знал, что у тебя есть племянница. Я сама недавно узнала. Сейчас мне нужно идти. Бабушка пришла. Доченька моя, иди ко мне. Добро пожаловать, спасибо. Сначала я возражала, но после того, как Джаид спас вас, мое мнение изменилось. Теперь я не против. Я говорил тебе, Марч. У меня сильная интуиция. Это дело старейшин. Откуда ты знаешь? Барона убили выстрелом в лоб. Турецкий стиль. Они сделали это через 25 минут после того, как мы убили азербайджанского члена совета. Это какое-то сообщение. Они говорят, чтобы мы не создавали им проблем. Они раскрыли русского барона, значит, у них есть данные о других баронах. Каждая наша операция может служить причиной смерти одного из баронов. Это значит шаг назад. Мы не сможем объяснить его высочеству потерю баронов. Вот это хорошая точка. Ты пройди на ту сторону дороги и жди моего знака. Хорошо.
Мы впервые за 300 лет подписываем договор по газу и нефти без английских и американских фирм. Этот договор позволит Турции стать энергетически независимым центром. Конечно, они будут препятствовать нам, но вы не переживайте. Никто не помешает нам достигнуть конечной цели. Они приближаются, я остановлю их. Приготовься. Господин, не поднимайте головы. Отменить операцию, отменить операцию. Только что приказали отменить операцию. Немедленно покинь свое место. Понятно? Понятно. Поехали. Господин, на господина Сами было совершено покушение. Господин Сами в порядке, сейчас он в надежном месте. Хвала Аллаху. Хорошо, Тимур. Ваша мама выписалась и сейчас находится дома. Спасибо, Тимур. Тимур, вечером пойдем к Кара. Приготовься, хорошо, господин. Хорошо, что ты приехал, сынок. А как Абдульхей с Джаидом? Абдульхея я видела, но Джаида не вижу уже очень давно. Они оба в порядке, мама. У меня очень большой проект, мама Назифе. Мне нужна твоя помощь. Неужели? А в чем дело? Я хочу снять фильм, который принесет бессмертие брату Полату. Что ты делаешь, Эрхан? Очень хорошо придумал, сынок. Я сделаю все, чтобы память о моем сыне жила. В этом фильме я хочу рассказать и о детстве брата Полата. Ты сможешь рассказать мне о его детстве? Конечно, сынок. Я хочу начать рассказ с самого лучшего момента. Мы с господином Умером много лет мечтали о ребенке. Но Аллах все никак не давал нам его. Мы хотели, чтобы у нас был ребенок, чтобы в нашем доме была радость. В конце концов, мы решили усыновить ребенка и подали соответствующие документы в детский фонд. Долгое время от них тоже не было вестей. Мы почти потеряли надежду, как нам позвонили с фонда и сообщили радостную новость. Перед дверью нас ждал 5-летний невинный мальчик.
У меня сердце ёкнуло, когда я впервые увидела его. Он был такой стеснительный. Я протянула руку, и он, не возражая, протянул свою крошечную ручку мне в ответ. Я уверена, что вы станете прекрасной семьей. Не волнуйтесь. За все спасибо. До свидания. До свидания, госпожа. Да будет доволен вами Аллах. Мы вам бесконечно благодарны. Не за что, это наша работа. До свидания. Идем. Пулат всегда приносил нам радость. Он ни разу меня не обидел. Никогда не заставлял краснеть. Он был очень чувствительным мальчиком. Когда я болела, он всегда сидел рядом со мной. Почему разным людям не дают разные порции пищи, брат Кара? Разве можно кормить меня и Шурупа одинаковой порцией? Время пить лекарства. Не уходи, упадешь, не уходи, ты умрешь. Послушай, этот человек сейчас так упадет, что разобьется в дребезги. Умрешь, упадешь. Не уходи, умрешь, упадешь. Все, успокойся. Упадет, не уходи, умрешь. Успокойся. Имдад, съешь порцию шурупа, чтобы не пропало. Ешь давай. Ты прав, брат Кара, пропадет же. Приятного аппетита. Гайе, зачем мы сюда пришли? Идем, не отказывай мне, ты же обещал. Простите, мой муж задерживается. Можете сыграть со мной в боулинг до его прихода? Конечно, с удовольствием, правда? У вас есть дети? Нет, мы еще не женаты. Простите, я была не тактична. Вы поймете меня лучше, если у вас будут дети. Давай, дядя, одевай обувь и начнем поскорее. Давай. Давай же. Мне обязательно это одевать. Давай, Абдульхе, не обижай ребенка.
Посмотрим, смогу ли я сбить кегли. Ну давай, дядя, теперь твоя очередь. Как правильно его держать? А я думал, что ты знаешь, дядя. Вот, посмотри, держишь вот так, таким образом. И не так, не так, а вот так. О, Аллах. Нужно бросить мяч и все опрокинуть. А вот так просто. Давай. Дай пять. Ты очень способный, дядя. Дядя, научи меня тоже. Как ты так делаешь? Хорошо, идем покажу. Глаз видит, прицеливается. Абдульхей, что ты делаешь? То есть, сосредоточься на цели. Стань шаром одним целым. Когда примешь решение, он попадет в цель. Об остальном не думай. В эту сторону. Вот так. Ура! Отлично. Молодец, дай пять. На первый взгляд он был похож на очень жестокого человека, но оказывается, он очень добрый. Надеюсь, вы всегда будете счастливы. Мурат, ты в курсе? Нашего русского барона убили. Я видел и сейчас в шоке. Кто, по-вашему, это мог сделать? Оказалось, что это сделало турецкое государство. Я хочу, чтобы ты пока никуда не выезжал без нашего ведома. В скором времени обсудим с тобой этот вопрос. Хорошо. Thank you.
Вы так хорошо поладили с ребенком, я даже была удивлена. Я тоже не мог поверить, что я это делаю. Хорошо, что пообещал тебе. Смотри, что на очереди. Внизу есть очень хороший караоке-бар. Мы пойдем туда после еды. Официант. Мы можем заказать столик на двоих в караоке-баре. Конечно, госпожа. Я схожу в дамскую комнату. Официант. Гарсон. Можно тебя? Забронируй хороший столик на двоих, как она сказала, чтобы там было поменьше народу. Хорошо, брат. Землетрясение, землетрясение, бегите! Бегите, землетрясение! Это здание не выдержит, бегите! 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 Землетрясение, землетрясение! Я хочу выйти! Я хочу выйти! Я хочу выйти! Успокойся, успокойся. Дыши давай, дыши. Вот, отлично. Землетрясение закончилось. Давай, идем присядем. Землетрясение уже закончилось. Садись давай. Садись, все закончилось. Посмотри, все в порядке. Успокойся, ладно? Давай, смотри свой телевизор. Ну давай. Наши хакеры определили, что у них есть информация только о покойном члене совета и господине Сами. Акиф, я хочу, чтобы вы уже создали наше подразделение безопасности. Мы должны быть готовы к этим войнам. Как вы себе представляете это подразделение? Узнай обо всех способных хакерах, которые любят и хотят служить Родине. Акиф. Ты проделал отличную работу. Молодец. Господин, Карас бежал из клиники. Мы не знаем, куда он пошел. Будь готов, Тимур. Я знаю, где он. Oh!
Простите меня. Я был не очень хорошим отцом. Сынок мой. Мой дорогой сын. Я даже не смог сказать, как любил тебя. Отдалился от тебя. Я боялся, что тебе навредят. Я хотел с внуком пережить то, что не пережил с тобой. Не вышло. Простите меня. Простите меня оба. Что вы будете пить? Фруктовый коктейль. А вы? Сода. Минералку. Прошу. Какую песню будем петь? Какую ты хочешь. Но ты тоже будешь петь. Поэтому ты выбери. Хорошо, вот эту хочу. Мы заказываем вот эту песню. Хорошо, госпожа. Ты терпишь это, чтобы я была счастлива? Или потому что ты действительно счастлив? Можно сказать, что ради тебя, но у меня получилось стать счастливым. Теперь я уверена, что ты действительно решил измениться. Сейчас посмотрим, будешь ли ты счастлив и от этого. Ты начинай. Давай. Пожалуйста. Sen her şeysin.
Sen ümitlerimin tek kaynağın. Sen aşkın bence ta kendisisin. Kendisisin. Sevme diyeme, sevde diyeme. Sende dertli ol diyemem. Sevme diyemem, sevde diyemem. Sende dertli ol diyemem. Beni böyle sev, seveceksen. Olduğum gibi göreceksen. Girme gönlüme, girme ömrüme. Ne dertliymiş bu diyeceksen. Girme gönlüme, girme ömrüme. Ne dertliymiş bu diyeceksen. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Да, я согласна выйти за тебя замуж. Браво. 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 Они такие милые. Ты что-то ищешь, госпожа? Госпожа Назифе, ты в порядке?
Госпожа Назифе. Госпожа Назифе. Пожалуйста, открой дверь. Кто ты? Мне нужно что-то знать по поводу отмены операции. Против нашей операции они провели свою операцию. Они убили нашего русского барона. Как они смогли добраться до него? Кто-то из нас сливает информацию? Джаид, позволь нам поговорить наедине. Я говорил с его высочеством. Он очень расстроился нашей потере. Он хочет от тебя подробный отчет. Еще он хочет знать, как об этой информации узнали старейшины и что они еще знают о нас. Его высочество, я сказал, что верю в то, что ты быстро все узнаешь. Я понял. С вашего позволения.
Кара. Кара. Полат. Ты видишь, что со мной? Соболезную. Они переселились в другой мир. Переселились. Они же умерли. Их убили.